Дорогие друзья, ну а мы начинаем концерт, посвященный Международному дню музыки. На сцене образцовый коллектив, концертный хор хоровой школы мальчиков имени Александра Михайловича Жуковского. Встречайте! Главный хормейстер Анна Бахрова, хормейстеры Татьяна Сысуева, Ольга Востокова, Вера Тимошина, Алексей Китаев, концертмейстер Елена Лапшова. Мальчишки. Александр Нестеров, художественный руководитель и дирижер, заслуженный работник культуры России, почетный работник высшего профессионального образования, профессор Евгений Бобров. Хорошие
Русская народная песня в обработке Свешникова «Как по морю». Николай Лебедев. Два фрагмента из литургии. Единородный Сыне, Тресвятое. —
«Святая любовь». Музыка Марии Сухоруковой. Это песнопение мы будем исполнять впервые. И хотим его посвятить, лично я, светлой памяти Нины Давыдовны Иваниковой. И сегодня прозвучит произведение «Осень» Александр Касьянов. Oh,
музыка Глинки, слова Нестора Кукольника. Попутная песня. Елена Лапшова. Александр Варламов. Слова Михаила Юрьевича Лермонтова. «Белеет парус одинокий». Дирижирует Анна Бахрова. Родной.
«Прогулка». Музыка Розенштерна. Льва Сивухина, слова Шамшурина. Ты расскажи нам, Юнга. Дирижирует Евгений Бобров. Thank you.
Мухин. «Родина». Дорогие друзья, объявляется антракт, и буквально через 10 минут мы продолжим наслаждаться музыкой.